С вами Антон Чалей, и сегодня мы будем вызывать даму пик. Вызов духа пиковой дамы очень популярен среди детей и подростков, так же как вызовы матерного гномика и короля жевательных резинок. В мистических книгах дама пик имеет внешность молодой колдуни или гадалки. Ее принято изображать как бледную красавицу-брюнетку с отрешенным лицом. Но если проанализировать слова тех, кто якобы ее вызывал, то внешнее описание у каждого слегка отличается. Но все в один голос твердят, что дама пик является одним из самых злых духов. Никто точно не знает, может ли она существовать вообще на самом деле. Но это никому не мешает писать в интернете новые и новые способы, как же ее вызвать. И я взял самый эпичный из них, чтобы показать вам. Необходимо надушиться духами, выйти на улицу и встать напротив многоэтажного дома. Смотреть в темные окна третьего этажа и повторить три раза. Пиковая дама, придись, покажи, появись. Я представляю, как на вас соседи будут смотреть с этого дома. За час до полуночи ставим перед зеркалом бокал коньяка и кладем три шоколадные конфеты. За конфеты я б, конечно, вызвался. Перед тем, как покинуть комнату, шепотом произносим: «Пиковая дама, приди, угощение возьми». После этого гасим свет и уходим из комнаты, плотно притворив дверь. Вернувшись ровно в полночь, зажигаем перед зеркалом восковую свечу и громко произносим: «Пиковая дама, призываю тебя, отведай угощение, прими приглашение». Смотреть в зеркало нужно так, чтобы не видеть в нем собственного отражения, а видеть лишь бокал, конфеты и свечу. Заметив в зеркале движение, можно задать вопросы. Для прекращения сеанса следует перекрестить зеркало горящей свечой, после чего потушить свечу, прижав фитиль к зеркалу. Но если вы действительно хотите вызвать пиковую даму, вам нужны две спиритические доски, а также специальный сатанинский мелок, позволяющий построить мост в параллельный мир. На одной из них мы заранее рисуем ступеньки и дверь наверху. Нужно положить эти доски под подушку и в полночь начертить значок пики, который и будет главным связующим звеном между мирами. Когда вы соедините их вместе и сильно подумаете об открытии двери, через дверь по ступенькам начнет спускаться пиковая дама и скоро появится на рисунке. Но будьте очень и очень аккуратны и внимательны, потому что... Я заберу ваши души! Но именно вы решаете, стоит ее вызывать или нет, или лучше матерного гномика. Ваши комментарии из прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд, их там очень много. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые выходят целых 2 раза в неделю. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк, написать какой-нибудь комментарий внизу, самые интересные попадают сюда. Всем пока!